Итак, ребята, ну давайте теперь напишем хотя бы что-то, да? Как я обещал, в бесплатных уроках расскажу, чтобы вы немножко в себя поверили. Ведь дело здесь всего лишь в правильном порядке постановки задач и правильном порядке изучения. Ведь не зря я вам рассказывал несколько уроков про модель и на чем мы закончили модели. Абсолютно верно. Все, что мы делали в модели, сводится к чему? К методу выборки, к методам выборки объектов с базы. В принципе, вокруг этого вы всегда будете крутиться. Итак, знаете, вот что мы с вами, вот так это выглядит у нас, да, в хорошем варианте, который будет чуть позже. То есть мы решили, что выбрать дискуссии пользователя, либо посты, либо все дискуссии. То есть, иными словами, это будут совершенно разные функции. Сейчас мы напишем первое, выбрать все посты пользователя. Почему? Потому что, ну, в принципе, в админке мы сейчас пока один. Я понимаю, не проблема добавить, поэтому у нас будет чуть страшнее, но нам надо сейчас не дизайн. По дизайну я сразу говорю, будем делать, я буду делать в программе, то есть дизайнер с меня хреновый, посему в дизайне куча уроков, посему я буду, у меня есть программа умная, Bootstrap Studio, вот я в ней буду клепать сайт. Что-то будет поменено. Посему... чтобы знали, что есть такая программа. Поэтому дизайн, я сразу говорю, разбирать не буду, по блокам расскажу код. Почему? Потому что дизайнер с меня довольно плохой. В принципе, я к нему и не стремлюсь. Мое дело программирование. Поэтому дизайн я буду называть готовыми блоками, тупо, да? Вот что сделали, объяснять, ну, я же сказал, что по дизайну очень много уроков, поэтому было бы желание. Мне дизайн скучно. Я... Ой... Для меня это... Нудно. Так. Но для начала... Зачем я им показывал? Ведь нам теперь важно, что, какие вопросы решить. Давайте-ка мы размышлять. Все это дело я удаляю. Итак. Ага. Это я просто сейчас кусок этот написал. Для себя, чтобы понять, как вам объяснить получше. Эй, ты чё? А я ничего. Так, стоп. Вот у нас пока пустая страница. Давайте подумаем, какие вопросы нам решить. Ведь всё дело в порядке изучения. Первый вопрос. Мы с вами решили путем долгих размышлений, что в принципе хорошо бы было выводить посты пользователя, да, и отдельно все посты. Это логично. Пользователь ведь должен иметь возможность посмотреть свои посты. То есть задача. Вывести посты пользователя. Прежде чем писать представление, а то, что делают новички, не хотят нифига думать. Они пишут, ищут представление. Мы поступим правильно с вами. Правильно, это значит, нам надо решить, как мы будем выводить. Вот смотрите.
Правильный метод изучения в том, что когда мы рассматривали модели, я сказал, что модели у моделей создаются API. Вот нам с вами, если вы проходили, а значит не проходили, идем и проходим. Это я как бы говорю, даю вам для участников школы это понятно, для тех, кто первый раз смотрит, вот эти уроки надо пройти. Все это будете понимать на хорошем уровне. Это минимум, который надо. Поэтому поняли, да? Как выводить? То есть, иными словами, представление, смысл, какие методы керри-сет, то есть керри-сет выборки нам применить. Дальше. По сути дела, что делают люди? В первую очередь сразу пишут функцию, да, или там. Но ведь у нас есть три варианта. Написать менеджер. Написать менеджер. Мы его напишем, я думаю. Смотрите, сейчас я возьму кое-что, где-то я сохранил себе. Написать менеджер, то есть очень плохо, если кто-то даже со школы не прошел. Мы с вами вот работали, да, то есть применяли методы, поэтому уже те, кто первый раз смотрит, уловили смысл и, грубо говоря, пошли на сайт, где я показал, и начинаем изучать серьезно. Написать менеджер. В данном случае мы видим слово objects, служебное, это и есть менеджер. Если мы откроем документацию, так, стоп. Это не здесь. Это у нас будет, скорее всего, в моделях. Я уже давно по этим вопросам не лажу. Ну, сейчас я попытаюсь для вас найти. Знаете что? Мы пойдем немножко другим путем. Мы пойдем от... Сейчас мы попробуем другим путем пойти. Field size, пути. И здесь нам обязательно попадется настройка... А, это метаопции. Метаопции. Базы менеджер, да? Значит, вот он. Так. Ага. Значит, здесь написано, смотрите. На что надо понимать? Почему? Потому что новичок смотрит справку, смотрю справку, вижу фигу. Вот написано. Модель базы менеджер. Иными словами, если вы посмотрите вот сюда то, что я написал, модель база менеджер. Метод. Все просто, да? Это метод, это метод. Это определенные там поля. То есть,
Джанго извлекает данные следующим образом. Модель, базовый менеджер, дальше идет API, то есть метод какой-то. Еще раз. Модель, менеджер, метод. Фильтр в данном случае. Objects – это стандартный менеджер, который мы сейчас с вами нашли. Где он у нас делся? И здесь описано. Описано, что стандартный менеджер, default менеджер, управляет объектами. Иными словами, ключевое слово object за собой содержит код, который умеет работать с чем? Абсолютно верно. С методами выборки объектов. Просто, да? Согласитесь. Гениально и просто. И далее приводится пример. Значит, choice, object, sum manager, фильтр. Иными словами, надо понимать под базы менеджер слово objects. Например, чтобы было еще доступнее, мы можем написать, давайте продолжим нашу мысль. Первое. Менеджер. То есть, иными словами, если нас не устраивает по умолчанию, да, сейчас найду код, покажу, мы его, наверное, напишем. Как вариант. Он нам не надо, но мы его напишем, чтобы у нас был опыт. Это тоже я смотрел, парень писал, но там немножко старинный подход, и мне не очень понравился. Но кое-что можно взять. Вот того же менеджера с него, он типа делал социальную сеть, записаться на курсы. Но мы будем по-другому делать. Так, смотрим. Ага. Вот парню не понравилось. И он начал писать своего менеджера. User Manager. Смотрите. От база менеджер, пока мы смотрим. Дальше. Создание юзера. Он указывает обязательные позиционные параметры. Это вы должны знать, как отче наш. Я сказал, если вы не считываете моментально параметры, ребята, нечего делать. Вперед учить функции. А потом сопли будете подтирать, что ничего не получается. Здесь он дальше исключение у него выдает, то есть перехват исключений. И дальше идет. Дальше, create super user. И вот смотрите, вот у него он писал, как раньше делали, абстрактный класс, objects, стандартный менеджер, приравнен к ему созданному менеджеру. Давайте посмотрим модель. А, это ж моя модель, ребят, что-то я... Это там мы смотрели функции, а нам надо... Стоп. Нет, не аккаунт, наверное. Ага. Давайте еще раз посмотрим. Так, это аккаунт у него, а это у него... Пост, давайте-ка еще посмотрим. Ага, ну вот тут интересней, тут проще будет. Тут в посте он тоже начал все, грубо говоря, херячить самостоятельно. То есть,
post-manager get post и self вывести все, да, посты. Но по сути дела, я вот думаю, а нафига? А нафига, если оно и так по умолчанию выводит? Ну ладно, проще было, поумничать надо было. Класс пост. Дальше он правильно приравнивается обычный менеджер, то есть стандартный, к написанному. Идем у него во вьюху. Во вьюху. Я хочу, чтобы вы просто пока уловили. Далее, у него дальше post list view, мы тоже будем писать с вами. Указано, это вы все уже должны знать, мы все это прошли, должны как и чина знать. А дальше смотрим. То есть правильно, он в модели указывает, правильно, как раньше писали QS, это старый код немножко, QS, query set. Модель objects, как я сказал, только self, да, get post. Идем в его модель, так как он приравнял, то есть у него стандартный менеджер object стал переменной, которая приравняла значение менеджера, которого он написал. И вот стандартный менеджер имеет у него значит, метод один, getPost, не один, а несколько. То есть извлечь getPost, да, извлечь у него все. И идем в его вьюху, объект getPost. Он, иными словами, что здесь получается? Переменная QS, да, то есть query set, self, метод, обращаемся в память. Далее идет модель, object manager, и применить метод getPost. Это у него по форму тоже немножко так накучерявил. Тут дальше просто детали view, да, post object i. Ну, если честно сказать, я посмотрел этот код, но зачем так делать, если все это делать стандартными средствами? Ну, наверное, хотелось так. Я не осуждаю. Усложнил, просто усложнил. Возможно, ему это где-то надо было. Иными словами, я хочу, чтобы вы пока поняли, это не всегда надо, ну, не знаю, может, когда-то понадобится. Но мы сделаем какого-то менеджера, сейчас посмотрим, да, только, наверное, более современными средствами. Иными словами, я хочу, чтобы вы сейчас поняли, что первое, что мы можем сделать, вообще выборку описать, как нам выбирать при помощи менеджера. Это путь, когда у нас не хватает каких-то средств. Как правило, их хватает. Второе. Написать класс. Написать класс. Обычный. То, что мы с вами изучили от корки до корки. List view. Готовый класс. Переопределить метод, скорее всего, get контекст дата, который мы хорошо разобрали, да, и применить стандартную выборку. Иными словами, сделать абсолютно стандартную запись, которую нам нужно, типа такой. И следующее, написать функцию. То есть у нас три варианта. Какой выберем, это дело наше. Все три варианта, ребят, смотрите, чтоб мы не писали, задача одна. Выбор из базы. То есть, теперь говорю медленно. Ребята, менеджер, класс, функция. Все, в данном случае менеджер он пишется в модели, понятно. Но класс и функция это вьюха. Представление. Так вот, смысл представления в том, чтобы применить методы выборки с модели, то есть модель, которую мы с вами построили, Django автоматически имеет к ним доступ при помощи API. Это превращено в обычные методы. Так вот, мы когда пишем представление,
наше дело связать модель с методами и выбрать, что нам надо показать. При этом, если взять Django, чуть расширю то, что участникам рассказывал раньше. Ну, ладно, не буду усложнять, это надо другое немножко. При этом, еще один момент. Смотрите. Вот эта выборка, это для нас основная задача. А там шаблон, все это должно пристроиться. Почему? Что мы делаем? Над чем мы должны работать? А над тем, что я вас попрошу открыть ноутбук. Юпитер. Я сейчас его закрою сначала, а то страница потерялась. Ноутбук открываете не в VS-студии, а откройте терминал отдельно. Активируйте виртуальное окружение, откройте терминал именно в папке проекта, активируйте виртуальное окружение и откройте Юпитер. Так вот, и после этого заходите в блок, новый, Django Shell. После этого файл переименовать, блок, user list, вьюха, переименовали. Создали контрольную точку. Наша задача, мы это, ребят со школы знают, мы это все уже проделывали, да? Но ваша тренироваться, я показываю смысл, что сначала мы должны проверить, подумать именно scale set. Давайте мы поразмышляли, какие записи нам надо вывести. Пусть будет как здесь, довольно просто. Мы размышляли, что нам надо отфильтровать по автору, ведь мы же выводим автора, и в обратном порядке. Ну, давайте сначала убедимся. Мы, то есть, должны создать себе четкое представление, что у нас это получится, прежде чем писать вьюху, да? Где оно делось? Я сейчас быстро. Значит, открываем сначала файл модель, чтобы долго не возиться. Модель. Вот это вот мы скопируем. Вообще можем сделать вот так. Вот так и вот так. Вот это скопировали, да? Дальше. Теперь нам надо импортировать саму модель нашу. From блок. Блок. Модель файл. У нас уже все нормально работает. Import post. Нажали Enter. Теперь берем post, переменную. У нас же созданы в админке посты. Нам надо понять, как их нам выводить. Давайте, что при этом делать? Абсолютно верно. Сейчас вы будете дома тренироваться, как говорится. Поэтому. Ваше дело сейчас, кто первый раз, кто участник школы, повторит. Нас интересует order by в данный момент. И нас интересует фильтр. Со временем наработаете, будете сдать. Фильтр найдете сами. Метод. Что мы делаем? Мы проверяем. Для того, чтобы проверить, мы берем нашу реальную модель. Пост. Нам надо понять, что мы получим к этому доступ. Далее, у нас идет стандартный менеджер, object, то есть то, что умеет работать с методами выборки объектов. Далее, но все-таки давайте найдем фильтр. Так. Секунду.
Если мне память не изменяет, он где-то вверху. Вот он. Откроем новые вкладочки. По сути дела, фильтр. Тут написано, можно применять либо словари, либо последовательности абсолютно любые, потому что стоит одна, две звездочки, это мы изучали. И далее можно почитать. Возвращает новую выборку, содержащие объекты заданному поиску. Дополнительная информация по полям. То есть, ну, в принципе, фильтр вы будете часто использовать, поэтому сложного здесь ничего не будет. Иными словами, нам надо новый объект, да? Иными словами, он возвратит все, что есть. Мы проверяем фильтр. А вот тут зачем нам фильтр? Почему? Потому что мы же не знаем, что, а мы думаем по автору. Значит, проверяем. Автор. У нас же поле автор есть? Есть. Вот оно. Мы с реальным полем работаем, ребят, совершенно все серьезно. Не улыбайтесь там. Автор. То есть, автор. Далее. Попробуем получить исключение. У нас одна запись, Агаты. Да, это моя запись. У вас там своя будет. Пока все. Нажимаем Shift Enter и получаем исключение. Абсолютно верно. Смотрите, оно нам приходит. Агата не пойдет. ID надо. ID надо. На самом деле, ведь в админке, когда мы делали в админке, если мы обратим внимание, если мы обратим внимание на юзеров, так, не здесь, а посты, то у Джанго Агата, да, но когда мы создаем, ну, сейчас здесь не видно, у пользователя есть ID, по сути дела. В данном случае, когда мы проверяем, нам надо знать ID. Ну, наш пользователь первый, поэтому ID будет один. На сайте уже это будет извлекаться автоматом. То есть, пользователь второй будет добавлен, у него, соответственно, будет ID 2. Посему, если мы, что мы делаем, пишем здесь ID. Для проверки в данный момент 1. И нажимаем Enter. Все отработало. Теперь вводим пост. Переменную. И мы видим... Все записи выбраны. Все отлично, мы поняли. Нам надо выбирать по ID. Мы уже знаем. Отлично. Теперь давайте дальше продолжим достраивать нашу логику. Берем то, что у нас уже есть. Копируем сюда. И нам желательно выводить в том, чтобы последние посты были первыми. Правильно? Значит, мы с вами ранее изучали, что методы можно один за другим через точечную нотацию, да? Иными словами, поставили точку. Следующий метод, который мы сейчас будем использовать, этот метод тоже часто будете использовать, order by, да? И здесь прямо показано вот сам момент, почему все банально просто. Наша задача обратить на то, что это является строкой, видим в кавычках, да? Почему мы применяем сам метод, то есть выбрать order by, выборка, да? Далее. Далее нам надо что сделать правильно, а по какому полю будем выбирать? По дате создания. У нас есть поле Data Created. Data Created. Получим исключение. Абсолютно верно. Name Data Created is not definite. Name Data Created. Почему? Потому что
Я же сказал, а давайте обратим внимание, это строка. Оставим это, чтобы вам было. Копируем, идем дальше. Чем Юпитер хорош? Делаем строку. Нажимаем Shift Enter. Все сработало. Берем, вбиваем нашу переменную пост. Нажимаем Shift Enter. Итак, видим нормальный порядок, да? Копируем. Вставляем. Ставим минус. Shift Enter. Пост. Shift Enter. Тут белый аист первый, тут воробей первый. То есть последняя запись появилась первой. На этом пока и остановимся. По сути дела, мы могли добавить сюда, выбрать записи за только за этот год. В общем, лишь бы не было скучно писать функции. Можно выбрать и за этот год, и за этот месяц. И там кучу условий указать. Но это будет тренироваться. Пока нам достаточно. Мы остановимся на этом. У нас самое главное сейчас, мы понимаем, что нам выбрать. Это нам дает возможность, как вы увидите в будущем, писать, как писать представление, как писать e-mail. Для нас становится все очевидно. Отсюда. Немножко просто тренировки. Ребят, скажите, я что-то сложное рассказал. Здесь просто надо немножко тренировки. И правильный именно подход. Понимаете, когда вот смотришь уроки, вот мы делаем то-то, 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 это делает то-то, 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 то-то. Ни хрена непонятно, правда? Если вот так объяснить, разложить по полкам, оказывается, это сложно, вот ничего нету. Человек надо объяснить таким образом, вот как я показываю, ну что ж, 12 лет уже стаж, чтобы человек понял, что с чем связывать. Поэтому, исходя из этого видео, надо понять одну простую вещь. Методы, которые мы пишем в Юхе, да? В Юхе. На что он направлен в данном случае? На то, чтобы... Помните, писали, вот, разместили, теперь извлекаем. Это при помощи в Юхе, да? То есть... Нам надо извлечь с базы, но нужным нам образом. В данном случае это отличается в том нужном, что мы отфильтровали по автору. Автор будет видеть только свои записи. И записи будут в порядке добавления. То есть последняя будет первой. То, что нас устраивает. Теперь со вьюхой у нас проблем не будет. И это же решает вопрос... С URL. URL вы тоже уже, да? Я надеюсь, ребята, это очень серьезно. Как я говорил, URL, мы сейчас не можем себе... Смотрите, нам надо логику улавливать. А если мы будем сидеть, мы быстро посмотрели уроки, а потом, а тут не смотрели, а все бегом, да? И получается так, что... А я, ребят, говорю, сейчас URL здесь прошли досконально. Мы должны просто писать... И что-то не получается, посмотрели справку, но все это должно уже быть изучено. Нам нельзя отвлекаться на то, чтобы создать какой-то URL, херотень разную, создать само представление. Мы уже решаем более серьезные задачи. Но вот этот материал усвоен должен быть. Ребята, отнеситесь серьезно, это очень серьезно. Все, пока. Хотел рассказать еще по исходному коду, но не буду загружать уже, хватит пока. Итак, с этого видео делаем вывод. Представление работает с выборкой объектов, в данном случае, да, которые есть у модели. Связали в голове? Сложно. А вот ни хрена не сложно. Просто все. Банально, просто и гениально. Все, спасибо за доверие. Поехали дальше. Пока все.